В Камчатском крае процесс избрания главы муниципального образования регулируется законом Камчатского края номер 463. Он касается городских округов и муниципальных районов. И для этих видов муниципальных образований установлен способ избрания главы как по конкурсу из числа претендентов, предложенных конкурсной комиссией соответствующим представительному органу муниципального образования. В этом же законе указано, что избрание главы сельского или городского поселения осуществляется так, как написано у них в уставе. Это важный момент. Так вот, для нас ситуация, произошедшая в Вулканом городском поселении, она не является типовой и, скажем, редкой. Так вот, депутаты Вулканного городского поселения приняли решение о том, что у них не будет прямых выборов главы муниципального образования, и отныне глава муниципального образования будет избираться так же, как в муниципальном районе и либо городском округе, то есть конкурсной комиссией, и затем прошедшие конкурс кандидаты предлагаются соответствующему органу представительному, то есть собранию Вулканного городского поселения, и оно выбирает из них кого-то на должность главы муниципального образования. В Камчатском крае несколько муниципальных образований, где точно такой способ применяется. Это не типовая практика, но поскольку в законе Камчатского края такая возможность предусмотрена, то есть такой выбор предусмотрен законом Камчатского края на усмотрение депутатов, они такое решение приняли.